Как сообщают российские СМИ, в данном случае Рамблер, Путин заявил, что жаба на нашей стороне. Президент России Владимир Путин вспомнил одну из серий российского мультисериала «Куми-куми», обсуждая проблемы экологии на форуме Агентства стратегических инициатив ОСИ «Сильные идеи для нового времени». Во время пленарной сессии форума одна из ее учениц рассказала о проекте по переработке отходов. Глава государства, комментируя ее выступление, вспомнил одну из серий данного мультсериала. «По-моему, для малышей есть такой мультик. Мусорная жаба. Там что-то выращивают, используют мусор. Жаба этот мусор поедает, потом еще что-то выращивают», — сказал он. Российский лидер отметил, что переработка отходов является очень хорошим делом. «Жаба молодец, она на нашей стороне, занимаемся решением экологических проблем с улыбкой», – добавил политик. До этого Путин назвал создание системы обработки твердых бытовых отходов в России болевой точкой. Ранее Путин пообещал поддержать российские мультфильмы. Пишите свое мнение в комментариях.